У меня есть все ингредиенты. Отлично. Ужас, он с... Я... Рад, что... Я... С удовольствием. Когда я... Трис. Конец. Весь... Ты не... О... Раз... Я... Геральт, это было великолепно. Как всегда. Как всегда. Ты и правда ничего не помнишь? К несчастью. Чем закончилась битва? Они ворвались в лабораторию, убили Лео, похитили наши мутагены и сбежали. О, нет. Бедный Весемир. Еще один его ученик погиб до срока. Мы отложили похороны, ждали, пока ты придешь в себя. Спасибо. А ваши легендарные мутагены... Их потеря может обернуться катастрофой. Ладно, не будем терять время. Если у тебя больше нет вопросов. Ты можешь мне рассказать о чародее, который ограбил лабораторию? Прежде всего, он очень могущественный. В совершенстве владеет силой, почерпнутой из круга. Может быть, растет второй Вильгефорц на нашу голову. Кто? Неважно. К
Кстати, спасибо за поддержку там, на дворе. Я бы хотела тебя научить кое-чему полезному. Ты сможешь вернуть мне память? Не знаю. Мне надо тебя обследовать. Время — лучший целитель. Существует вероятность того, что память вернется сама. Насколько большая вероятность? Сложно сказать. Разум — сложная штука. Может быть, если бы я знала, что послужило причиной потери памяти? На это у нас нет времени. Геральт, мы уже можем идти? Ты упомянула возможные последствия кражи. Большинство чародеев и правителей готовы душу продать, чтобы заполучить эти мутагены. По большей части они жаждут власти, богатства или всего сразу. Но для того, чтобы использовать это знание, нужен как минимум настоящий мастер магии. А их осталось немного. А как насчет богатых купцов, герцогов, королей? Не знаю. Все возможно, конечно, но блуждая в догадках, мы только зря теряем время. У нас слишком мало информации. Ты права. Геральт, мы уже можем идти? Да, не стоит... Тогда пойдем. Мы не знаем, откуда эти бандиты и кто за ними. Вместе мы привлечем лишнее внимание. Разделимся, тогда быстрее их найдем. Я на запад, там у меня знакомые, да и климат я тот люблю. А я на восток, в Каэдвен. Если никто не против. Ладно, а куда мне идти? На юг, в Тимирию. Король Фольтест тебе обязан. Ты когда-то расколдовал его дочь. Возможно, след бандитов ведет туда. А ты, Трис? Попробую использовать связи, чтобы найти бандитов. Если что, я свяжусь с Геральтом. Я постараюсь быстрее собрать информацию и найду тебя в Вузиме. Трис. Не надо, Геральт. Не люблю прощаний. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Береги себя, Геральт. Я не переживу все это второй раз. Увидимся. До встречи, Трис.
Каролина, я устал. Уже близко. Скоро придем. Ой, холодно. Куплю тебе теплого молока с медом. Да, спасибо, Каролина. Что это псы делают? Псы? Алвин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! Закрывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! Геральт, тебя послала нам Мелитель. Там на улице женщина. Собаки сейчас разорвут ее. Помоги ей. На помощь! Не открывайте ворота! Чудовище проникнут сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я здесь не местный, но вы люди. Просто чудовища. Отойдите. Я сам спасу ее. Стой. Не выходи туда в одиночку. Будь ты проклят! Мы все умрем! Oh, my God.